Британская консервативность биткоин не упустит. Очередную обеспокоенность в отношении повышенной волатильности биткоина выразил управляющий Банка Англии Марк Карни. Об этом он сказал во время дискуссии в одном из лондонских университетов. Банк тревожит, что за время существования биткоин так и не достиг уровня традиционных денег и при этом не имеет легитимного обоснования. Между тем, биткоин по-прежнему остается главной криптовалютой по капитализации. Его курс к доллару превышает уровень 8 тысяч долларов, и за год он вырос более чем на 900%, несмотря на высокую волатильность. А в Швеции, Турции и Иране, вслед за Венесуэлой, изучают возможность введения цифровой версии национальной валюты.